Гагелишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, в новую серию нашего 7-го сезона с модом на покемонов. И сегодня, ребятушечки, вместе с вами мы продолжим ловить, искать и также прокачивать наших покемонов, искать других покемонов, новых, редких, и также продолжать сражаться с командой R. Мы нашли секретную базу в предыдущей серии. И я, в принципе, расскажу, что мы сделали и что мы будем делать чуть позже. А перед этим, ребята, вы, как обычно, знаете, что делать. Я даю вам свое слово, ребята. Если вы хотите видеть новую серию Пиксельмона завтра, если вы хотите видеть покемошек хоть каждый день, я готов выпускать для вас серии каждый день. Если даже выйдет какое-то другое видео, то я выпущу для вас два видео в один день. Ребята, прямо сейчас набираем 7000 лайков на вот этой серии, завтра выходит новая серия Пиксельмона. Каждый ваш лайк для меня очень важен, ребята. Если ты не поленишься, поставишь лайк, то мы наберем 7000 лайков за один день, и завтра же выйдет новая серия покемонов, если ты их так любишь, если ты хочешь видеть их каждый день. Поэтому я верю, то, что вам не лень поставить лайк, а я буду выпускать для вас покемошек хоть каждый день. Также, ребята, как обычно, подписываемся на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Зовите своих друзей на просмотр, чтобы они также ставили лайки, делайте репосты ВКонтакте. Каждый репост ВКонтакте — бесплатная печенюшка от Эдисона. Я оригинально ничего не придумал, но все же, ребята, все же пишите что-то интересное в комментариях. Факты о себе, обо мне, пишите, каких покемонов вы любите и многое другое. На самые интересные комментарии я, как обычно, буду отвечать. А сейчас, ребята, мы будем приступать к самой серии. Ю-ху-ху. И. Ребята, вот секунда вам на то, чтобы вы догадались, какая у нас традиция каждую серию Пиксельмона. Вы помните, ребята, вы помните, какая у нас традиция каждую серию Пиксельмона? Если нет, то я вам напомню, ребята. У меня есть страница ВКонтакте. Любой из вас может зайти на мою страницу и добавить меня в друзья, пообщаться со мной, задать мне любой вопрос, вступить в мою группу ВКонтакте и просто пролайкать мои фотки. Да-да-да, поэтому, ребята, сразу первая ссылочка в описании. Вам нужно просто немного пролистать вниз, зайти в описание, сразу первая ссылочка и добавить меня в друзья, ребята. Очень просто, мы с вами также пообщаемся вот там ВКонтакте. Поэтому, ребята, добавляйтесь, я буду рад вас там видеть. Добавляйтесь, честно, жду именно тебя. Да, да, и нет, всех вас жду, ребята, всех вас я жду там, да. Но, кто помнит, ребята, в предыдущей серии мы нашли секретную базу команды R. Мы успели убить уже их первого помощника. Он был 45-м уровнем, и у него было целых 6 покемонов. Что мы с него... О, Lucky Block. Что мы с него получили? Мы с него... Не смотрите на вот это, что это такое? Мы с него получили 5000 баксов. Мы с него получили около 5 ультраболов. И там вроде еще что-то было. Ну и немного опыта. И в принципе немного также прокачали наших покемонов. Это, ребята, офигеть как круто. И как видите, дайте я быстренько зафигачу. Вот этого Урсаринга, который в принципе очень большой уровень. И я еще что-то вам скажу. Только дайте я его зафигачу. И, ребята, скажу, какие у нас уровни. Самурот 54, Чаризард 55, Тортера 54 и Люксрей 50. Нам осталось двух покемонов. Мы выкладываем нашу первую команду и берем себе новую команду. Какие покемоны будут в новой команде, ребята, будете решать только вы. Вот там еще один Lucky Block. Нифига себе! Удочка. Что это нахрен было? Это абра было или это какой-то... Так, что-то нормальное. Что-то нормальное, ребята. Посмотрим. Посмотрим. Вы будете решать, какие покемоны будут в новой команде. Поэтому, ребята, чем быстрее докачаемся, тем быстрее вы будете решать, кто вступит в новую команду. Ты что, издеваешься нафиг, а? Издеваешься? Но в чем прикол, ребята? Большой прикол в том, то, что... как бы это вам сказать? Там еще один... себе. А то, что сайт революционирует только с помощью шапочки. Да. А шапочек у нас пока что никаких нету, потому что, в принципе, мы не так-то много боссов встречали, немного покелутов и вообще немного вещичек выбывали в этом сезоне. Поэтому, ребята, я, если честно, пока что не знаю, как мы сможем эволюционировать сайтеров Сайзера. Но что-то, ребята, мы придумаем. Если нет, то просто выложим его, потом вернемся и потом эволюционируем. Так, я уже напугался, что у меня хапчика нету, а он у меня есть. Ребята, каждую серию я вас спрашиваю, а понравилась ли вам предыдущая серия? Кто не помнит, то предыдущая серия длилась 40 минут. 40 минут, ребят. Целых нахрен 40 минут. В этот раз я не буду делать 40 минут. Знаете почему? Потому что я просто-напросто хочу убедиться, то, что вы реально хотите большие серии, ребята. Еще одна удочка, ты что, издеваешься? Ребят, я просто хочу убедиться, хотите ли вы большие серии. Если да, то в первую очередь, ребята, поставьте лайк. Если наберем больше лайков, чем на предыдущей серии, то я обещаю то, что я начну делать барабанная дробь.
около часовые серии. То есть, можно сказать, мини-стримы почти каждый день, если мы будем набирать лайки, каждый день будут выходить новые серии Пиксельмона. Мини-стримы каждый день. Часовая серия по покемонов. Ты этого хочешь, ребята? Ты этого хочешь, ребята, да. О, еще один лаки-блок. Поэтому, ребята, пожалуйста, не ленитесь, поставьте лайк и напишите. Главное, напишите в комментарии. Ребята, главное, напишите в комментарии. Твою мать, я думал, там лава, я думал, еще успею выбраться, но, как увидите, не успел. Ребят, реально, пишите в комментарии, хотите ли вы длинные серии. Если наберем больше лайков, чем на предыдущей серии, Риолу. А, у нас Риола уже есть, я бы охренел, если бы не было, и мы бы сейчас ее заметили. И также, ребята, честно, пишите комментарии, потому что мне нужно знать, хотите ли вы длинные серии. Если да, я буду ли вас выпускать. Ребята, это такая серия-опрос. Пишите, пожалуйста, ставьте лайки, если я увижу то, что вы действительно хотите длинной серии, я буду их делать, ребята, специально для вас, для своих подписчиков, честное слово. Да, ребята, а сейчас давайте мы... А к команде R мы вернемся, но чуть позже, давайте мы прокачаем нашего Гулета хотя бы к... Ну, какому? Мне кажется, где-то 33-й сойдет, если мы, конечно, найдем какую-то офигенную зону, где... О-о-о, где будут выпадать много... Много разных... где будут спамиться много разных покемонов. Так... Хрюша, да? Обычная Хрюша, что на ней написано? Lucky Pig! То есть... И чем она была Lucky, то есть чем она была счастливой? У этой свинюшки было имя Счастливая Свинюшка. И чем она была счастливой? Не знаю, может просто названием? Нифига себе, сколько Lucky блоков нам спавится в этой серии! Это просто охренеть, если честно, ребята! Так, да, 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 лучше бы не спавилось, потому что вот этот хлам мне точно не нужен. Но, пожалуйста, пожалуйста, кто-то, ну заспамься, пожалуйста. Так, о, там Меганиум, Меганиум нам не нужен, тут у нас... Я вот я не знаю, есть ли смысл нам лететь куда-то в океан? Опа, а, это горы, это обычные горы, да? Да. Ну, а не, в горах, в принципе, даже никто не может толково заспамиться. Нам бы пустыню найти. А кстати, а мы находили пустыню. Находили саванну, а пустыню чуть-чуть, кусочек находили. Сейчас, ребята, нам нужно будет отправиться туда, напомните мы. И не забываем нашу мини-игру, то что если вы заметите где-то на земле покелут, если вы заметите где-то на земле Lucky Block, не стесняйтесь, пишите в комментарии, на какой секунде это было, так, что это было, и я потом обязательно вернусь на это место, и только благодаря вам заберу вот этот предмет, который валялся на земле. Потому что именно вы, ребята, мне поможете его найти, потому что вы знаете, то что я иногда бываю слепошарым. Иногда, прям офигеть, как... Да, иногда. Поэтому, ребята, вы реально будете очень мне помогать, если будете участвовать вот в этой небольшой мини-игре. А сейчас давайте отправимся вот сюда. ТП. ТП 1215-75-725. Только не в горе, только не в горе, только не в горе. Зашибись просто, зашибись, так. А, ребята, нужно... О, деревушка, деревушка. Нужно найти пустыню. Нужно найти пустыню. Давайте отправимся вот сюда. Может, тут кузница есть какая-то, что-то может стыбзим? Да, есть кузница. Отправимся в пустыню, ребята. Опа, опа, опа. А, ну, такое. Не скажу, что прям нужная какая-то вещичка, но все же. Так, зато мы сюда можем выкинуть хлам. То есть вот это и вот это, да? И одну удочку. Ну, хотя пускай будет, может потом пригодится, фиг его знает. А, пустынька, пустынечка наша, пожалуйста. Иди-ка, иди-ка ты сюда. В первую очередь, там есть крутые покемоны. Если мы найдем особый биом, мы сможем найти Сандила. То есть Сандайла — это такой небольшой крокодил. Очень офигенный покемон, он спавнится в особом биоме. Если мы его найдем, то я, ребята, сразу же его словлю, потому что он очень крутой. Но каждую серию мы просим нашего Чаризардика, чтобы он включил день. Почему бы не попросить в этой серии? Чаризардушка, миленький нас, пожалуйста, включи день, а? Пожалуйста. О, вообще другое дело, спасибо, спасибо. Видите, Чаризард нас любит, ребята. Чаризард нас... Чаризард нас любит, всегда включает день, когда мы его просим. Так, тут кузницы нету, тут ни пустыни нету, ни хрена нету. Мы вообще правильно летим? Ну да, в принципе, можем туда полететь и посмотреть. Я бы, если честно, очень хотел тренеров каких-то найти, потому что чем больше тренеров мы находим, тем больше бабла мы получаем с этих тренеров. И это, ребята, офигеть, как круто. Поэтому давайте искать. Давайте искать лаки-блоки. Пока что нифига не вижу, если честно. Зато покецентр нашли. Зато бесполезный покецентр нашли. Еще один.
кстати, кузница есть. Вот тут, и ни хрена себе сколько деревни нафиг. Деревень прям. Деревенщина нафиг. Но я ничего не вижу. Я хочу пустыню. Зато мы лаки-блок нашли. Опа-на. Опа-на. Оп. Да. Иногда такая хрень с этого выпадает, что даже не верится. А почему только саванна? Вот что мне интересно очень. Почему только саванна и ничего другого? Дайте нам пустыньку. О, зато лаки-блок нам дали. Зашибись. И что самое главное, счастливый лаки-блок. Опа-на. Да, спасибо большое за один железный, за один железный, охрененный, просто, о, там еще один был, просто охренен, как охрененно какой полезный, да твою мать, ну, не знаю, умру, конечно не умру, я шо, нуб какой-то, там же водичка была. Мы успели выбраться. Вторая такая же ловушка за одну серию. Только первый раз была... Кто был? А, кстати, там кузница есть. Первый раз была наковальня, а сейчас лава. Что это хрень, что то хрень. Но все же. Так, что у нас тут выпадет? Опять хрень. Ладно, ребята, давайте, знаете что? Давайте мы будем проявляться команде R и посмотрим, сможем ли мы что-то там сделать. Кто помнит, в предыдущей серии мы тут, ребята, были. Кстати, где мы находимся? Вот. О, вот! Вот! Ладно, так уж и быть. Я пройду еще дальше, посмотрю, что там будет. Если что-то крутое, то мы постараемся пройти. Если нет, то пойдем в ту пустыню. Здрасте, мы его уже убили. И в предыдущей серии мы открыли, не открыли, а нам выпал, точнее, ключ от этой двери. Сейчас мы ее открываем, и мне интересно... Нет. Нас надули. Это, ребята, статуя. А я так... Знаете, когда вот так стоишь за дверью, дверь закрыта, ты не можешь дальше пройти и смотришь. Ни хрена себе, там мью заспавненная. Я уже такой думаю, ох, сейчас приду словить. Хотя, как бы я словил, если бы у меня мастербол... Ну, у меня мастербола нету, но все же, ребята, это просто статуя покемона. Круто. Но давайте продвигаться дальше. Так, тут еще одна дверь. И там темнота. Я ничего пока что не вижу. Кошка? Это твой кот, чувак? Да, круто. Так, тут у нас чувак 55 уровень. Какой-то маленький, толстый школьник, как я вижу. Ладно, его оставим на потом 55 уровень. У него, по идее, должны быть 6 покемонов 55 уровня. Потому что предыдущий чувак был 45-м, и у него было 6 покемонов 45 уровня. Этот будет пожестче школьник. И что у нас тут? Какая-то секретная комната... А, с призом... О! Не секретная комната, но все же призы есть какие-то. 3 даскбола. Отличные покеболы, чтобы ловить покемонов ночью. И также 2 аметиста. Мне интересно, что можно скрафтить с аметиста. У меня дома есть книжечка, где расписаны все крафты, все рецепты. Нужно потом будет посмотреть, что мы сможем крафтить с аметиста. И смотрите, какие часы крутые, ребята. Стрелочки даже ходят. Я хочу их забрать себе. Все, повесим дома потом. И, кстати, тут еще покебольчики есть, а я их не могу себе забрать, не? Ну да ладно. Чувак, ну шо, ребята, вы готовы? Я не знаю, сможет ли мы выиграть или нет, потому что у него все же... Хреново, у него 6 покемонов 55 уровня, у нас только 4 покемона от 50 до 55 уровня. Остальные 26-21. Ну давайте попробуем. Люксрей, да, давайте Люксрея пустим первого в бой. Или Люксрея, или Тортеру, или Чаризарда. Давайте Тортеру пустим. Так, мы... О, что он нам пишет? Что-то там подумай опять, я что-то не хочу навредить твоим покемонам, что такое было. Но нам попался Бластойз 55 уровень. Тортера 54. Ну давайте, ребят, подумаем. Мне кажется, если я его фигакну землетрясением, то я ему снесу где-то процентов 55 здоровья. Давайте посмотрим. Нет, я ему снес где-то 45. Давайте попробуем гигадрейном. Так, это вообще было круто, ребята. 6 на 5, мы лидируем. Сейчас Соломенс.
Мы апнули уровень. Очень плохо. Кстати, у нас есть какие-то вещички. Не покеболы, батл. У нас, я даже не взял ревайвы, если что, мы бы смогли восстановить наших покемонов. То есть воскресить. Охренеть, очень плохо. Очень плохо. Но все же возьмем в следующий раз, если продуем. Соломенс — это плохо, потому что у Соломенса могут быть огненные атаки. Если у него есть огненные атаки, то мы продули, можно сказать. Но по идее он воздушный покемон. Мне нету смысла его бить землетрясением, потому что он в принципе летает. Что ему землетрясение? Поэтому давайте, ребята, попробуем его еще раз ударить гигадрейном. Он нас убил с одного удара, нахрен! Сам урод, по идее, должен его просто вытащить. Да, не очень, не очень, не очень. Черизард, попробуй ты. Охренеть просто. Охренеть. Флеймтровер, вот. Так, так. Ревенч. Охренеть, Люксрей, пожалуйста, вы... Да. Да, но... У нас осталось 3 покемона на 4 покемона. Инфернейп нас захреначит с одного удара, потому что он огненный. Да. Нет, ребята, мы еще очень слабенькие. Нам нужно докачать реально Гулета, нам нужно докачать Сайтера. И вот потом мы реально сможем сюда вернуться и что-то сделать. Потому что, как вы видите, ребята, сейчас я просто ни хрена не могу сделать. Он убивает нас с каждой атаки. Но близко, близко. Мы убили двух его покемонов, да? Мы убили Бластойза и мы убили Соломенса. Вроде было вот так. То есть осталось 4 покемона. 4 покемона. Хреновенько. Я, если честно, если бы хотел, то я бы еще раз попробовал, но видите, я не могу еще раз вступить с ним в бой, потому что должен пройти минимум один день, чтобы я опять вступил с ним в бой. Плохо, плохо, чувак, плохо, очень плохо, но мы еще вернемся, ребята, мы еще вернемся. Как видите, нам реально нужно прокачивать наших покемонов. Докачаем Гулета до 50-го, докачаем Сайтера до 50-го, вернемся и попробуем еще раз, ребята, с ним сразиться. Мне кажется, тогда-то мы ему задницу и порвем. Мне так кажется. Но посмотрим. Посмотрим, потому что я не знаю. Посмотрим. Но я надеюсь. Я очень надеюсь. Очень надеюсь, что мы сможем ему жопочку-то порвать, потому что... Твою мать, а. Потому что, как видите, ребята, он реально сильный. Прям школьник. Толстенький школьник, но сильный. Нужно будет потом что-то подумать, ребята. Да. Но мы вернемся, мы вернемся. Докачаем Гулета, как я уже сказал, и докачаем Сайтера. Чё, издеваешься, второй уровень на меня нападает, нахрен. Я понимаю, что ты шуточки любишь шутить, но все же. Отправляемся, ребята, в пустыню. ТП 975-1071. Тут, если будут хорошенькие большие покемоны, мы будем прокачивать нашего Гулета. Кстати, что мы можем тут купить, ребята? Что мы можем купить в этом магазинчике, а? У нас есть 7000 баксов. Опять целовашки вот эти, да? А, так. Так, есть ли тут какие-то крутые атаки? Нет, ничего нормального нету. А у тебя? Грейтбол, ультрабол, антидот, ревайв. Ну, ревайв потом... Вот если бы мы взяли... Хотя вряд ли мы затащили, если честно. Даже если бы у нас был ревайв, мы бы вряд ли затащили. Но все же, ребят, мы еще вернемся. Мы, конечно, еще вернемся. И, конечно, мы ему задницу еще надерем, да? Да, ребята. Конечно. Конечно, вернемся. Только чуть позже. Это случайно не шайни? Что-то у меня... Нет, мне показалось то, что это шайни. Но зато Гулет его прям офигенно зафигачит. Давай, 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 миленький. Ты почти сейчас... Я не могу поменять еще даже покемона. О, убил! Или не убил? Или убил? Я не понял, честно, если я его убил или не убил. Что-то это было странное, но да ладно. О, еще один лаки-блок. Все, вот кого я хочу! Вот кого я хочу! Охренеть! Так, иди сюда, ты пик. Охренеть, это редкий стартовик. Ребята, это редкий стартовик. Это повезло то, что мы его прямо сейчас встретили. Это огненный, огненная хрюшка, если вот так выразиться. Огненная хрюшка. Только фигово то, что мне кажется, эта хрюшка будет очень большой заразой, и она не будет ловиться, ребята. Почему-то мне кажется то, что так оно и будет. Так оно и есть, как я вижу. Мы можем дождаться ночи и попробовать словить его с помощью Даскбола. Там шанс будет побольше, то, что мы его словим. Пожалуйста, твою мать, ты уже почти залез, там уже 3 вот этих потряски было. Но как раз ночь наступает, ребята, у нас сейчас появится шанс, точнее, большая возможность его словить.
Пожалуйста, пожалуйста. Не зря же нам Duskball дали. Не зря же нам Duskball дали. Твою мать. Вот. Я просто не хочу их отпускать. Я просто не хочу их отпускать, потому что это редкие покемоны. Но они такие заразы, нахрен. Такие заразы, то что меня прям... Я прям киплю нафиг, когда я вижу таких паскуд. Да! Хорошо, хорошо. Пускай будет. Пускай будет. Пускай будет. Не с первого, не с пятого, но с десятого я его словил. Не зря нам дали вот эти... Да, ребята. Да убей ты его нафиг. Не зря, ребята, нам дали вот эти Duskball'ы. Как видите, они нас очень выручили. Если бы не Duskball, то, мне кажется, я бы его даже не смог словить. Мерлок. Так, Гулет, зашибись. Давайте Самурота. Всех нужно прокачивать. Всех нужно прокачивать. Тех же Самуротов, тех же Чаризардов. Всех, ребята. Просто-напросто всех. Чаризардушка, пожалуйста, включи нам денек, а? Спасибо, дружище, спасибо, спасибо, спасибо. Давайте покушаем и пойдем. В следующей серии, в этой серии, я не знаю, сможем ли мы докачать нашего Гулета до 20 уровня. До 30 уровня, да? Мы, конечно, можем сейчас постараться, но мне кажется, это... Что за сундук, нахрен? Так, значит, мы уже тут были. Значит, мы уже тут были. Опа-на! А, кстати, это не Desert M? Где это показывает? Нет, это обычный Desert. Это обычный Desert. Нам нужно Desert M. Там еще один тупик был. Ребята, вы видели, там еще один тупик был? Только он нам, в принципе, сейчас нафиг не нужен. Ну давай ты нафиг! Еще разочек. Еще разочек, пожалуйста. Вот, зашибись, зашибись. Там еще один тупик был, видите? Вот он. Только он нам, в принципе, сейчас уже не нужен. Там был Хундур. Если там был Хундур, там, значит, и первая его эволюция есть. Вот, где-то вот там. Нужно будет потом туда вернуться. Так, чувачок. Зашибись. Нам нужно прокачаться очень сильно. Дам... Предоставь нам свою жертву, пожалуйста. Чтобы мы хотя бы докачали 29 уровней до 29 уровня. Пожалуйста. Пожалуйста. Да, зашибись. Зашибись, ребята. Зашибись. 28-й. Ну, ща. Если повезет, то мы сейчас прокачаемся, ребята. 28-й, быстренько. Ни хрена себе он шандарахнул нас. Так, еще разочек. Твою мать, Сайтер, пожалуйста, убей его. Отомсти! Отомсти за Гулета! Отомсти за Гулета. Да, что-то я вижу, ты не очень так отомстишь. Поэтому давайте Чаризард. Справляйся с этой заразой. Вот, зашибись. Покехил, и давайте, ребята, еще вот этого быстренько убьем. Если получится. Вот так. Если мы докачаем Гулету 20... Ну, до 29-го будет просто зашибись, ребята. Будет просто зашибись. Ни хрена себе, он сейчас нашего Чаризарда убьет. Охренеть просто. Ладно, сам урод, расправляй крылья, хоть крыльев у тебя нету. Но все же, если тут еще какие-то большие уровни, если да, то прокачиваем. Если нет, то тогда, наверное, ребята, уже уходим. Но, как я вижу, тут почему-то никого, больше нету. Но я предполагаю то, что мы можем перелететь на другую сторону и там кого-то, ребята, еще найти. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, Диггит и Дактрио вот эти, я не знаю. Нет. Вот, я сам нападу, успокойтесь, мужики. О, сейчас будет 29 уровень, зашибись. А, нету, лаки-блоки, не, вообще нету. Ну, ладно, пофиг на вас тогда. Сейчас пока пофиг. Так, идите сюда, дружище. Shadow Punch, еще раз, и будет 29-й. Зашибись. Ребята, нет, все же мы еще сможем прокачать к 30 уровню в этой серии. Сейчас просто на Магмара берем Самурота. Одна атака. Вот смотрите, ребята. Одна атака. Зашибись. 1000 опыта. Идем к другому Магмару, которого я там видел. Кстати. 30 уровень. Быстренько. И сейчас будет... В принципе, так, как мы предлагали. Так, как мы думали то, что сможем прокачать до 30-го. И мы прокачали ровно до 30-го. Динамик панч, значит, что мы убираем? Убираем магнитуд, у нас будет динамик панч, это уже, ну, сильная атака. Давайте мы, в принципе, еще вот этого убьем. Сейчас, чувак, я сам нападу, динамик панч. Нормально, как видите, он уже его шандарахнул очень сильно. Но и он нас тоже очень сильно шандарахнул, поэтому...
Вот, зашибись, зашибись. Еще, в принципе, мы и сумели прокачать Сайферу один уровень. Уже, ребята, очень круто. Но давайте мы будем заканчивать прямо сейчас вот тут. В следующей серии мы тут, ребята, и продолжим. И пойдем дальше прокачивать наших покемонов. Потому что, как вы видели, чем дальше, тем сложнее становится в базе команды Покер, да, Team Rocket. Поэтому, ребята, большое спасибо вам за просмотр. Никогда не забывайте, каждый ваш лайк для меня важен. Набираем 7000 лайков прямо сейчас. Завтра выходит новая серия Пиксельмона. Покемошки, ребята, если вы этого хотите, ставьте лайк. Даже если завтра выйдет новая какая-то другая серия, другое видео, допустим, кто твой папочка, я все же выпущу покемонов, то есть два видео в один день. Все зависит, ребята, только от вас. Поэтому ставьте лайки, не ленитесь. 7000 лайков прямо сейчас набираем. Завтра выходит новая серия. Также подписывайтесь на мой канал, каждый подписчик для меня как друг. Делитесь этим видео со своими друзьями, делайте репосты ВКонтакте и также приглашайте своих друзей на просмотр, ребята. Чем больше новых людей, больше лайков, быстрее выходит новая серия. Также пишите что-то интересное в комментариях, ребята, ваши догадки, мнения и просто идеи для новых серий. На самые интересные комментарии я буду отвечать. И также добавляйте меня, друзья, ВКонтакте, сразу первая ссылочка в описании. Ребята, большое спасибо вам за просмотр, всем удачи и всем пока.